Ну, еще успеем показать кадры из американского зоопарка Сан-Диего. На руках у ветеринаров детеныш одного из самых редких животных на Земле. Называется оно Ай-Яй. Это ночной примат, который обитает только на острове Мадагаскар. Днем он спит в дупле, а в сумерках выходит на охоту. На передних лапах у Ай-Яя есть один очень тонкий и длинный палец, которым он сначала простукивает древесину, а потом вынимает оттуда личинок. За это умение его еще называют руконожкой. Ай-Яй Фади, так его назвали зоологи, стал уже 27-м представителем своего вида, который родился не в естественной среде обитания.